Здравствуйте, дорогие мои, и посмотрим, что нас ожидает на следующей неделе с 16 по 22 ноября. У нас будет растущая луна, интересная неделя, уже прямой Марс, в прямом движении Марс, в прямом движении Венера, Меркурий. Посмотрим, какая же это будет у нас неделя. Общая энергия недели. Для тех, кто работает. Для тех, кто в поиске работы. Для тех, у кого собственный бизнес. Деньги для всех. Дальше, для тех, кто в отношениях, обычные гармоничные отношения, для тех, кто в токсичных отношениях, это, возможно, там треугольники любовные, абьюзы, ну, то, что не гармонично, для тех, кто в поиске отношений, неожиданность недели. И совет от ангелов, ангельской колоды. Что нам посоветуют ангелы на следующую неделю? Если потребуются дополнительные разъяснения по позициям, я буду доставать из общей колоды карты и пояснять. Итак, ангельский совет на следующую неделю. А для пояснения я все-таки достану золотое таро. Почему-то мне хочется именно этими картами пояснения сделать. Итак, общая энергия недели. Серп. Эта карта говорит о том, что на следующей неделе вы будете собирать урожай, то есть получать результаты, те действия, те совершенные действия на предыдущей неделе, а на следующей дадут свои плоды. В какой сфере, посмотрим, вы получите результаты, над чем вы работали. Что это будут за результаты? Опа! Сама выскочила карта. Итак, королева мечей говорит о том, что это будут результаты в отстаивании своих позиций, своих границ, в ментальном очищении, очищении от токсичных людей, от ограничивающих убеждений. На следующей неделе вы получите результат именно в этой сфере. Так, для тех, кто работает, что нам принесет следующая неделя? Крест. Крест, ну, возможно, окончание какого-то проекта, а возможно, окончание работы на этом месте и завершение, скажем так, работы. То есть, возможно, увольнение, возможно, вы захотите закончить работу на этом месте. А для тех, кто в поиске работы, карта Сад, очень хорошая карта, говорит о том, что кто-то из вашего окружения, из ваших друзей, родственных душ вам окажет помощь в поиске работы, возможно, устроит кто-то на очень хорошее место. Бизнес. Карта собака, она говорит о том, что на следующей неделе в бизнесе ожидаете помощь близкого друга, возможно, партнера, не только по бизнесу, но и сердечного друга. Возможно, ваш партнер окажет вам помощь в ведении вашего бизнеса. Деньги. Карта Луна.
Ну, эта карта говорит о нестабильности финансового потока. Сейчас мы посмотрим, что это за нестабильность финансового потока, чем она грозит и с чем она может быть связана. Так. Так, да, с какими-то ограничениями. То есть, возможно, мы опять попадем в изоляцию на следующей неделе, или вы попадете в изоляцию. Короче, сложности будут в ограничении из-за ограничений финансового потока. Может быть, необходима чистка денежного канала. Да. Необходимо освободиться от негативного прошлого опыта. Возможно, вы сейчас боитесь, что из-за вот этой пандемии коронавируса, которая опять входит в свою активную фазу, вы потеряете какие-то деньги, и из-за этого вы сами своими страхами ограничиваете финансовый поток. Ваша задача почувствовать себя в изобилии, уверена. Императрица – это та, которой все дается просто. И на следующей неделе, если вы сможете внутри себя это почувствовать, то внешняя ситуация также изменится. Так, отношения парные, ребенок. Здесь или же прямое указание на то, что следующая неделя пройдет под флагом «Дети». Это, возможно, внимание, проведение дистанционка, как обычно, и вы будете проводить больше времени с детьми. Также это может говорить, если детей нету, на обновление ваших отношений. Что-то новое и интересное может войти в ваши отношения. Для токсичных отношений без изменений все как было, так и есть. То есть, если было токсично, плохо, то как бы на следующей неделе пока не ожидайте никаких изменений. Для тех, кто в поиске отношений, почему-то вы захотите... Так, ну очень-очень карты так прям намекают активно, что будет дистанционка и изоляция опять у большинства людей, смотрящих это видео. И для тех, кто в поиске отношений, скорее всего, вы будете это делать из дома, интернет-знакомства, общение в социальных сетях и не больше пока. Так, неожиданности недели. Букет. Неожиданностью выступит какой-то подарок. Здесь я хочу на Ленорман дополнить. Что ж это будет за подарок? Подарок связан с тем, что вы освободитесь от каких-то плохих мыслей. То есть ваше пространство будет почиститься на следующей неделе, и это будет для вас действительно подарком, очень неожиданным, но при этом очень позитивным и эффективным. И ангельское послание, совет. У нас ангел Гавриил, ангел исцеления, покровитель детей, повелитель ангелов, наблюдающих за смертными. Вся следующая неделя пройдет под эгидой защиты небесных сил. Не бойтесь ничего. Все, что не произойдет или произойдет на следующей неделе, все к лучшему. Архангел Гавриил защитит вас от любых неприятностей и невзгод. Вот такая у нас следующая неделя с 16 по 22 ноября. Желаю вам всего самого наилучшего, чтобы негативные моменты обошли вас стороной, и произошло только все самое позитивное и самое счастливое в вашей жизни.